Дима Твик. Песня называется «На». Что это такое? Непонятно. Как будто бы ник знакомый почему-то. Дима Твик. Может быть, не так написано было. Но вижу, что в данном случае это у нас прям фрешмен-фрешмен, да? А, был во фрешменах, потом сырая работа была, отложили на год. Все понятно. Все понятно. И он хочет, тем не менее, показать. Хорошо, хорошо. Давайте посмотрим, что это такое. 22-й год, 23-й, пару треков. Я смотрю, что-то, да, что-то знакомая история. Угу. Ну, давай посмотрим, дружище, если ты настаиваешь, давай посмотрим. Грэди тут у нас есть, да? Блеск, Эйми. Короче, все тут в порядке, да, вот с ребятами все в порядке. Так, Twig Vibes. Это у нас, нет, это не альбомчик никакой на самом деле, да, у нас просто вот трючок, да, ничего больше не написано. Давайте посмотрим, что это такое, что нам предлагает Дима Твик. Let's go. Да, такой мастер, да, громкий вообще. Надеюсь, Капа также ляжет. Молодой твик, прибавил ною. Весь город в панике, это мы турим. Творим косяк, но мы это не дуем. Не-не, то мы не дуем. Молодой твик, он немного дурь. Я никогда не узнал, что у них. Это играй, мы роли. Когда я смотрю на твоих типов, меня пробивает на спех. Я делаю то, что им не познаю, и это все слово успех. Дома зима, реально зима, ведь там всегда лютый снег. Хочешь топнуть, ты хочешь топнуть, и можешь в осознанном сне. Они хотят, как я, но сначала дождь работа. Чтобы обо мне не забыть, мне не нужно ничего для дропа. Я в игре не залове, просто по кайфу вам все это давай. Ваши типы, у них нету правды, они ничего не стоят. Эй, эй, интересный ритм. Да, не веганов в кармане зель. Тяжело да, идет. Да, не веган в кармане котлет. Новая эра и новый день. Фу! Эй, еще мовой бы уже мы здесь. Все мои день глянет спагетти, можешь поверить. Я улетаю наверх, как цель. Не возьмешь телен для тебя велик. Молодой твик, моя жизнь на сцене. 24/7 на свейк. 24/7 на свейк. Услышивать не можешь, поверь. Я еще убитый, но не нужен миг. Я спорю всегда на металле. Всю их игру разобью на детали. Но на стиле я как обладаю. У меня дрипан течет, как цунами. Молодой твик, я беру нали. Все заработал, закину на Бали. Я заберу все, что нам не дали. Я. Угу. Идея прикольная. Контраст хороший. Ты можешь в осознанном сне. Вот так, да? Е, вот об этом, да? Угу. Ну. По облоге нормально. Зеленый цвет сюда подходит. Базару нет. Молодых прибавил нули. Весь город паники. Это мы турим. Вот здесь очень интересно придумал ты структуру. Очень интересно. Такой стилек. Что-то там где-то как будто платина. Где-то какая-то своя история. На мягком, да, короче. На таком мягком, аккуратном вайбе. Те, кто заказы не проходят за баллы, да. Я их отменяю, возвращаю, да. 200к баллов возвращаются, конечно же. Да, это было бы слишком жестко, они возвращаются, реально. Так. Ну, не знаю, за уник это играем и рулим. Пробивает на смех. Успех, снег, сне, да, нех, не. Угу. Ме, пе, не. Придумал прикольно. Вот реально. Интруха тут есть на самом деле, да. Тут до этого можно интрушечку написать. Молодой твик, прибавил ною. Весь город в панике, это мы турим. Творим косяк, но мы это не дуем. Не-не, то мы не дуем. Молодой твик, он немного дурь. Я никогда не узнал, что у них. Это играй, мы роли. Тогда я смотрю на твоих типов. Немножечко вот здесь, да, не это, выпадаешь. Идешь хорошо по стилю, в принципе, здесь, да, прикольно. Здесь история.
Здесь история не совсем нативная. Вот выстрелы, выстрелы Идлибов, да? Хорошо, что текст заменил. Ну, не стал повторять, да, чтобы это было прям припевом, типа, каким-то. Я смотрю на твою сипов, да, бам, тут вообще по-другому. Меня пробивает доспех. Я делаю то, что им не познать. И это все слово успех. Дома зима, в реале зима. Ведь там всегда лютый снег. Хочешь топнуть, хочешь топнуть. И можешь в осознанном сне. Они хотят, как я. Но сначала дождь и трава. Чтобы мне. Они хотят, как я. 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 Да, да, что-то платина, пост, что-то вот эта история, да, но при этом не похоже ни по тембру, ни по стилю. Вот примерно такой расслабон, да, такой похуистический свэк. Но сначала дождь и трабона. Чтобы мне не забыть, мне не нужно ничего для дропа. Я в игре не залывай, просто по кайфу вам все это давай. Ваши... Да, вот это давать. Неестественно пока, да. Неестественно. Это давай. Ваши типы, у них нету правды, они ничего не стоят. Прям чуть ли не в одну дорогу, да? Не стоя. Ничего не стоит. Они ничего не стоят. Ну, прям тут вот выпадаешь ты из стиля, как бы тут не так должно быть сведено. Должно быть объемно, богато сведено, может подпичено немного, да? Тут прям вот. Чего не стоит, чего не стоит, не стоит, стоит. Правда, они ничего не стоят. Эй, эй, да не. Вот как во втором эй, да? Эй, эй, эй. Да не веган, в кармане зель. Да не бен, в кармане котлет. Новая эра и новый день. Эй, еще малой бы уже мой день. Все мой день глянет спагетти. Ты можешь поверить. Я улетаю наверх, как... Короче, вот тут ноты, да? Гей, гей. Вот это хорошо. В принципе, за год так-то уже ровнее звучат у тебя, да, то есть именно ноты, да, ноты, которыми ты заканчиваешь строки. Живо, бро. Не возьмешь телен для тебя велик. Мау дот век, моя жизнь на стейк. 24 на 7 на свейк. 24 на 7 на свейк. Услышивать не можешь, поверь. Я еще убитый, но не нужен миг. Я спорю всегда на металле. Всю их игру разобью на детали. Но на стиле я как обладаю. У меня дрипан течет как цунами. Мау дот веки я беру нали. Все заработал, закину на Бали. Я заберу все, что нам не дали. Вот технически прям хорошо, реально. За счет свидоса, за счет погружения в харизму может казаться, что не прям работает трек. У меня дрифт, девчонка, как цунами, молодые треки, дали. Все хорошо, реально. По технике норм, сведено плохо. И харизма вот тут выпадает немного. Так, в целом, что-то. Такое ощущение, что все вывез, но при этом нихуя не вывез. Потому что сведен неправильно трек по стилю. Неправильно трек сведен по стилю. И поэтому кажется, что он как-то нетрушно читает, да? Поэтому харизма проваливается конкретно. А вывез он все технически. И это очень круто, что для такого непродолжительного времени он вывозит технически все. А он вывез, правда. Очень прикольно. Спонсорским заказом уже год скоро будет. Да, кстати. Когда там, не знаю, сентябрь, октябрь. Ну. И здесь концовочку, да, он нам закинул. И разнообразие по инструменталу. Тут вот такая история. Не душно, ничего. Блин, хороший трек, дружище, хороший трек. Просто чувствуется в голосе и в звуке. Отсутствие опыта. Не то, что ты, типа, не справился вот с тактами, да? С подачей. Легкости немного нет, да, ну и свидос, вот, когда вот мы слушаем ребят на стиле, короче, да, вот они там либо заавтотюненные как-то, либо еще что-то, подпеченные, я всегда говорю о том, что звукарь должен чувствовать то, как вы должны стоять на бите, или это вы должны чувствовать, потому что вот со многими звукарями, даже когда я разговариваю, встречаюсь про какой-то трек, они что-то говорят, спрашивают, и я что-то вспоминаю прям особо яркое, интересное, они всегда говорят, что типа, блин, это так захотел артист. Или, допустим, он даже может сказать так. То, что ты там вот это сказал, где-то вот тут по тюну, по голосу, я это предлагал. Артист мне сказал нет. Ну, типа вот. Бывает такое.
Поэтому тут должно, короче, либо артист должен понимать сам четко, как он должен звучать, либо звукарь ему должен предлагать, да, типа, так, бро, давай вот это попробуем, а давай вот так попробуем, а давай тебе объема добавим, а давай вот здесь сделаем, а давай вот стилек, вот тут давай подпишем. Представляешь, если бы Трил Пил не нашел свой стиль по звучанию? Что было бы это вообще? Или Платина, например, Поц. Это просто было бы просто хуйня. Если бы у них не было правильного стиля звучания, их выбранного направления стиля, так сказать, да, совокупности харизмы с тембром, если бы не было правильного звука, это было бы просто хуйня хуйней вообще. А так технически хорошо ты, прям хорош технически. Я вот еще раз переслушал, вот, блин, тяжело вообще докопаться, реально. Особенно вот здесь, вот, да, припевчики, вот это все. Хорош, хорош, давай оценим. Работать со стилем. Молодой твик, прибавил ноль. Весь город в панике, это мы турим. Творим косяк, но мы это не дуем. Не-не, то мы не дуем. Молодой твик, у меня много дурь. Я никогда не узнал, что у них. Это край, мы... Никогда, вот охуенно сказал. Прям вот в слове никогда... Гда, вот это, прям четко протянул, очень стильно. Немного дурь, я никогда не устал, 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 не устал, никогда не устал, никогда не устал, живу. Я никогда не устал, я никогда не устал, никогда не устал, никогда не устал, никогда не устал, не устал, не устал, не устал, никогда не устал, никогда, 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 никогда не устал, живу. Никого не много дурь, я никогда не устал, живу. Никогда не играй мои роли. Тогда я смотрю на твои. Либо слабо очень. Я смотрю на твоих типов, меня пробивает на смех. Я делаю то, что им не познаю, и это все слово успех. Дома зима, реально зима, ведь там всегда лютый снег. Хочешь топнуть, хочешь топнуть. Вот, ты тянешь вокал, там должно звучать оно по-другому. А так как оно не звучит, то невозможно. Вроде, блин, вайбит, потому что по технике справился, а вроде не вайбит, потому что по харизме нихуя не вытащил, да? Хочешь топнуть, можешь в осознанном сне. Они хотят, как я, но сначала... Они хотят мой гэнг, да. Шли тобой, да. Чтоб обо мне не забыть, мне не нужно ничего, бля, дропать. Я в игре не залове, просто по кайфу вам все это давай. Ваши типы, у них нету правды, они ничего не стоят. Эй! Очень неплохо, реально, очень неплохо. Технически, неплохо. Новая эра и новый день. Еще малой бы уже мои идеи. Все мои деньги не спагетти, можешь поверить. Я улетаю наверх, как ценник. Не возьмешь стиллион для тебя велик. Молодой твик, моя жизнь на сцене. 24/7 на свейк. 24/7 на свейк. Услышивать не можешь поверить. Я еще убитый, но не нужен мерик. Я спорю всегда на металле. Всю их игру разобью на детали. Но на стиле я как обладаю. У меня дрипан течет как цунами. Молодой твик, и я беру нали. Взял заработал, закину на Бали. Я заберу все, что нам не дали. Такое ощущение, что тут какой-то дроп просился, да? Все-таки более чем аутро. Ты можешь в осознанном сне. Короче, это просто опыт, да, дружище? Просто опыт, реально. Просто опыт. Погружайся больше в музыку, чувствуй ее и все. И найди свой звук, все. Как придумать песню, ты знаешь. Как попадать в такты, ты знаешь. Разнообразие, ты знаешь. То есть скиллзов реально достаточно, прям достаточно. Так. Так, так, так. На мне айс, лето у мальчика. Я вошел в бизнес. Работать трудно, но папа Бигфура это дура. Это все работа, не факт. Делаю трат на трат. Я делаю трат на трат. Не бьет по карману, трат на трат. Душа так много, как творчество. Мне нету места в рехабе, yeah. Вашему вы некрасивы, мне вашему вы непонятны, yeah. Очень большой прогресс. Реально, очень большой прогресс, yeah. Бронебу, не станешь, как я. Ты не станешь, это предыдущие треки, да? Это предыдущие треки. Ты не станешь, как я. Ты не станешь, как я. Да, видосы посмотрим после. Еще фрешсет будет. Посмотрим треки фрешменов. Как я мол, мои руки шесть цветная бумага. Отдавай все свои бабки и на... Да, бро. Навечно под камень. Заберу то, что мне раньше не дали. Пока не сделаешь.
В общем, прогресс очень серьезно идет. Он очень молодой, я не знаю сколько лет, но это прям вот, ну прям фреш, да. 15-летний рэп-артист из Хабаровска. Длинная дорога, которая привела к техничному флоу и уникальному звуку. База, кстати, база. Новейшая школа. Короче, для того времени, сколько ты занимаешься, вообще в целом, ты хорошо чувствуешь музыку, правда. Рэп начал заниматься с 11 лет, пробовал себя в разных направлениях, улучшал аппаратуру, прокачивал свои навыки, что и продолжает делать до сих пор. Вы же ничего не видите, да? Я читаю, вы же ничего не видите, да? Вот, вот такая история. 15-летний рэп-артист из Хабаровска. Да. Техничный малый. Техничный вообще. Более кочевая тема у него лучше идет. Согласен. Согласен. Вот, да, как бы такая история, да? Хм. Структура. В концовочке, не знаю, как будто немного бросил, да? Но в целом прям хорошо. Реально хорошо. Текст годовалый, 16-летний, да? А, ну окей. Я песок ел в 11 лет, пишет. Ну вот, видишь, бро, видишь разница. Все вот говорят, да, сейчас дети то, сейчас дети это, сейчас поколение деградирует. Понял, да, ты ел песок в 11, а вот он реп уже пел. И уже вот так поет его в 16-15. Вот так вот. Лучше есть песок. Ну, это не точно. 5. 3-4, да, вот даже. Реально. На 4 маловато, потому что звука не хватает, харизм. 3 балла точно. Реализация. Вот опять же, с видоса не хватает. Был бы с видос, думал бы насчет 8-9. Так, 7-8, думаю. Но 7, скорее всего. Индивидуальность харизма. Есть стилек, точно. Типа, знаешь, 6-7. 6-7 баллов, короче. 6-7, ну вот по харизму все-таки 6, наверное, ближе. Как отправить свой альбом на оценку? Альбом 70к стоит, бро, если что. Имей в виду, да? Сразу имей в виду. Можешь донат написать, можешь сообщение написать. Но альбом стоит 70к. Разбор альбома. А то вдруг ты 500 рублей задонатишь, и там просто напишешь название альбома, да, и это будет минус 500 рублей. Так, рифмы и образы. Работать, дропы, давать, стоять. Вырезала В, правда, ничего не видно, ни зелени, не видно, ни котлеты. Тут неплохо, да? Угу. Нафора. Там-тарам, ценник, я же сильно тебя велик, да, типа, прикольно. Велик, ну, велик, типа, велик, стиль великий. Велик для тебя. Зачем на своих еще убитые нужны? Мне тут попер на скорости, да? Угу. 8-9 по структуре, прям реально. 8-9 по структуре. Хорош. Короче, смотри, да. Здесь я вот 6-7 думал. Здесь 7-8. Ну вот за свидос, блин, тяжело поставить 8. Ну тяжело. Хотел сказать балл накинуть. Но тяжело за свидос, блин, такой ставить, правда. 8, ну не могу поставить. Ну, не, ну реально. Ты тащишь, короче, нормально, да, вот туда уже, вот на вот эти баллы, короче. Тут, ну, 6. Рифмы и образы. Да, 7 баллов есть минимум. Есть. Такая вот история. Даже с учетом множителя, как бы, да? Тем не менее. 55 баллов. Почти 60 баллов, бро. 70 рублей в долларах принимаете. Ну, конвертация будет у Donation Alerts в любом случае. Нажми этот, напиши в чате восклицательный знак «Заказы на русском». Там ссылка будет. В долларах задонатишь, если оно конвертируется. И все будет норм, бро. Так, как-то так, короче. Как-то так. Блин. Атмосфера рэп — это субъективное восприятие трека. 4 много, правда. Ну вот 3-4, да. Так, ладно, везде у меня 3-4 и везде в меньшую сторону, да. Ну,
Блять, ладно, пусть 8 тут будет. Хотя это вряд ли 8, но просто за реально за чистоту исполнения техническую пусть будет 8. Вот круто, что у него так есть. То есть, смотрите, он совмещает в себе какую-то историю техники Гонфлада, да, задатки, так сказать, техники, и какого-то вайба стиля Поца Платины, вот эта вся какая-то история. То есть, у него, в принципе, есть своя. Есть, я думаю, через годик, может, через два. Ну, главное, чтобы он не перегорел, да, не скипнулся. Потому что там в какой-то момент происходит выстрел артиста, если он выпускает реально сильный трек. И все, да, и предыдущее творчество начинает тоже работать, и все. Там вот возьми того же Токсиса, да, который писал там 5 лет треки, да, там крутился с ребятами, старался, делал, как бы. И вот сейчас весь его скилл, который он накопил, да, он быстро реализует на крутых битах, с хорошим свидосом, с отличной музыкой, все там предложения, все фиты, все есть, да. Поэтому тут главное не сдуваться и не отступать от своей, так сказать, мечты, если чувствуешь, что идет прогресс. И какие-то задатки есть. Ну и возможность у тебя должна быть тоже этим заниматься, конечно. Вот, задатки есть, типа, точно, да. В районе 60 баллов, тречок. В районе 60 баллов. Прошлый трек на 51 оценил, но прогресс значительно выше. Да, дело в том, что не всегда баллы, да, особенно что касается вот множителей, да, они отражают происходящую историю. Может быть, там была вот тут история получше. Может быть, трендовость, да. Хотя нет, трендовость такая же. Слушай, ну 51 балл, это что у нас? Ну это прям... Это 3 балла, да? 3 балла в базе, да? В каком-то показателе базы. 3 балла. Сейчас посмотрим, короче. Сейчас посмотрим. Вот мы оцениваем эту историю, да? И вот мы идем сюда. Сейчас, секунду. Вот мы идем сюда. Угу. Вот, короче, да, такая тема. Да-да-да. Структура, да, здесь была? Угу. Структура была 9. За концовочку я задушнил, сейчас поставил 8, да? 7 в технике было и 6 в харизме. Угу. Те же оценки получились, да? Значит, правильно за технику 8 поставил, да. Значит, правильно. Да, 8-6, значит, все правильно. Текст покрепче, да, стал? Структура 8-8-9, ну, могла быть и 9 на самом деле. Да, могла быть структура 9. Могла. Короче, я говорю, вот этот трек фактически 60-бальный, если что. Да. То есть тут 51, здесь 60, короче, получается. Да. Хорош, хорош. Лофи не оценивали. Да, его слушали, но не оценивали, да, трючок? Да. Вот такая вот история. Вот так вот. Спасибо.